Всем привет, дорогие мои! Сегодня хочу с вами поделиться подведением итогов моего первого такого опыта работы с клиентом на матч. Также расскажу, какие изменения на моем курсе, да, потому что я каждый раз пересматриваю программу, которую даю девочкам, улучшаю, что-то добавляю. А в этот раз я просто ее полностью всю переделываю. Что я поняла, что ко мне клиенты теперь идут более осознанные, более зрелые. Это успешные женщины, которые занимались своей карьерой и занимаются, но в какой-то момент пришли к тому, что хотят быть счастливыми по-женски и хотят иметь свою вторую половинку. Я очень рада таким вот изменениям, то, что клиенты у меня теперь немножко другого уровня, более высокого. Вместе с ними я, естественно, тоже расту. И я прямо вижу эти изменения, этот рост и в себе, и в моих клиентах. Я теперь прошу, чтобы девочки, женщины приходили ко мне на курс уже с готовыми фотографиями, особенно те, которые хотят работать на матче. Это очень важно. И еще важно, чтобы клиент уже имел какой-то опыт, да, то есть не такой вот свежий, который только начинает клиент, а клиент, который уже где-то поварился, побыл на сайтах, знает какие-то нюансы работы на сайтах, уже, может быть, даже делал фотографии, да, брал вот такие вот фотосессии. То есть и еще один момент, должен быть средний уровень английского. Для девочек, которые хотят работать на матче, обязательно должен быть средний уровень английского. Объясню почему. Потому что я начинаю переписку с мужчиной, но продолжаете вы. И я проверяю перед началом работы примерный уровень английского у вас, чтобы понять, сможем ли мы с вами сделать переписку такой гладкой, да, чтобы вот прям не было заметно, что вначале писал один человек, потом это уже пишет другой человек. Вот для этого нужен английский. Если английского у вас нет или начальный английский, вполне возможно, что вы просто приходите ко мне на курс, да, потом берете учителя английского, активно занимаетесь английским, так тоже можно, да, и курс мой для вас будет такой базой, такой первой ступенькой, на которую вы можете встать и потом дальше уже решать, хотите выйти на матч, не хотите. Возможно, на курсе, да, и я это вижу сейчас, найдется ваш мужчина, ваш самый лучший из лучших, вот, и, то есть, и такие случаи у меня тоже есть. А сейчас расскажу о том, как проходила работа на матче. Это было такое полное погружение, да, прям капитальная такая работа. Это был мой первый опыт, и я очень рада, что я где-то себя уговорила, да, и пошла в это. И что сказала моя клиентка после этой работы? Она сказала, что у меня очень сильная отдача, что я выкладываюсь по полной. У нас были созвоны практически каждый день, за исключением, когда вот была уже сильная усталость, и мы брали перерыв в работе. Но я готова была каждый день созваниваться, подсвечивать, говорить, какие верные шаги выбрать. Мы говорили про детскую и взрослую позицию, про границы, про то, сколько общаться с мужчиной, чтобы его не перекармливать, и чтобы это было удобно для вас, да. И вообще о поведении мужчины-американцы, так как это у меня работа на американском пространстве, да, о его каких-то таких вот привычках, да, о менталитете, о том, что здесь норм, да, и для нас это может быть в диковинку, но они вот так вот привыкли, да, они вот так вот живут. Я ищу вот действительно вашу вторую половинку. Я просматриваю очень тщательно несколько раз анкету мужчин и опять возвращаюсь, еще какие-то детали там добираю в этой анкете, да. Также о вас прошу информацию, да, и подбираю действительно вашу вторую половинку, чтобы было такое созвучие между вами, да, и отсеиваю сама мужчин, потом с вами все это еще раз согласовываю и предоставляю вам возможность, чтобы вы сами тоже выбирали мужчин, которых вам нравится. То есть это очень такая кропотливая, ювелирная работа. Естественно, это полная упаковка, это
ваша анкета, я вам ее пишу, да, если есть, то дорабатываю. Это работа с фотографиями моя, да, я их пересматриваю и отбираю, советую там, как лучше сфотографироваться, то есть в этом направлении мы работаем. И корректирую каждый ваш шаг. Что сделать, что не сделать, что рано, что, как бы, да, то есть подсвечиваю, что уже пора. Уберегаю от ненужных или неправильных шагов, да, и говорю, какой в этом данном случае будет правильный шаг сделать вам. И, конечно же, да, я беседую перед такой работой с женщиной, понимаю, будем ли мы шагать с ней в ногу, и для меня это очень важно, чтобы мы были на одной волне, чтобы шагали в ногу, чтобы понимали друг друга, да, то есть у нас в действиях, чтобы была вот такая вот согласованность. Вы можете брать как отдельно мой курс, также вы можете брать отдельно работу на матче. Пока есть места, беру я всего лишь одного человека в месяц, но вот к чему я пришла, что работа будет длиться в среднем 3 недели, да, потому что она настолько интенсивная, что вот эти вот 3 недели как бы выдержать, и то уже хорошо, да. Но если там будут какие-то такие важные моменты и будет необходимость, то, возможно, это будет и 4-я неделя, будем смотреть по вашему состоянию, насколько вы выдержите вот этот интенсив. И я прошу вас сделать перед вступлением в работу ваши фотографии, да, чтобы они уже были готовы. Потому что это такой трудоемкий процесс найти хорошего фотографа, чтобы он вам их сделал, и вы ими были довольны, да. На это уходит колоссальное количество времени, я не хочу терять на это время, поэтому, пожалуйста, фотографии до начала работы должны быть мне предоставлены. Так, ну и наконец-то дохожу я уже до самого важного, что же мне сказала клиентка после нашей работы. Так, как я уже сказала, да, значит, ее отзыв был такой, что у меня колоссальная отдача, так как я психолог, я вижу сразу какие-то вот такие чисто поведенческие, мотивационные моменты в поведении мужчины, про границы, да, как быть дозированной, да, чтобы вас немножечко мужчине не хватало, и вовремя уходить из переписки или из созвонов, да, то есть мы разбираемся и с перепиской, и с созвонами сразу, да, по ходу всей вашей такой вот деятельности на матче. Она сказала, что я бы сделала кучу ошибок, да, без вас, без вашей такой вот, без вашего надзора и поддержки. Девочки, я где-то отметила, что я буквально, вот знаете, как человек уже хочет сделать что-то такое немножечко не туда, да, и я вот его так легонечко беру за руку и говорю: так, подожди, стоп, давай посмотрим, давай разберемся, куда мы сейчас идем, зачем мы туда идем, что мы получим в результате. Я держу ваш фокус внимания постоянно на вашей конечной цели, да, которую мы прописываем в самом начале. Что вы хотите получить, какой результат? Я вас мотивирую, да, когда смотрю, что где-то угасли немножко, да, подбадриваю, даю какой-то такой легенький пинок, чтобы вы не слились, да, чтобы не погасли, чтобы вот этот вот огонек внутри вас горел. Все, девочки, все вам рассказала. Коротенькое такое видео, да, так как работа только закончилась, сейчас мне тоже надо сделать вдох-выдох, и я вообще планирую, у меня еще и продолжается мой курс, да, еще 3 занятия у нас, да, там будут. И потом я планирую взять в июне, это у нас будут еще 3 занятия. Потом в августе я планирую взять отпуск такой, да, чтобы насладиться летом, чтобы оно не пролетело мимо меня. И хотя здесь во Флориде круглый год лето, но тем не менее. Вот, и где-то, может быть, в конце августа, в начале сентября, я дам вам знать, когда начну следующие потоки, работу с матчем и так далее. Поэтому следите за моим каналом где-то вот в этом промежутке времени. И для тех, кто хочет, поставлю ссылочку, как со мной связаться под этим видео. Пишите свои вопросы по этому видео, по дейтингу, да, любые вопросы, которые у вас есть в этой сфере, я с удовольствием отвечу. Ну и до следующих наших эфиров. Пока-пока!